Ничего, видно. Спасибо. Въезд Христа в Иерусалим. Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле. Иоанн 12:15. Осанна звучала повсюду, хвалению всякий внимал. Осанна, осанна, народ без конца повторял. Он Лазаря вызвал из гроба, в толпе не стихал разговор. Спасение дому Давида, как эхо неслось с дальних гор. Птицы, природа, вселенная, честь Иисусу воздали. Лишь на мгновение короткое люди царя в нем узнали. Сердце хвалою наполнилось, в будущность взор устремился. Ах, как мечтою исполненный дух в бренной плоти томился! Царство нетленное, вечное, да утвердится над нами, и пусть увидят язычники славу Твою над сынами. Народ восклицал от радости, в небо неслось «Аллилуйя!» Сердца наполнялись восторгом перед Иисусом, ликуя, и резали ветви с деревьев, а кто-то одежду стелил, царю воздавая почести, когда он с вершины сходил. Пусть мир водворится навеки, да придут слова закона, грядет твой всесильный Спаситель с победою, дочь Сиона. Христос, окруженный толпою, на кротком осленке ехал, и слава его среди народа стала в истории вехой. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа, царства Отца нашего, Давида, осанна вышних». Марк 11:9-10. Въезжал Христос в Иерусалим не с триумфальной славой, не как могучий властелин походкой величавой, но Иисус, всесильный царь, нас покорил любовью, и радуется в нем вся тварь, святой, омывшись кровью. Слава Богу!